начали неважно игру, хорошо, что переломили, так сказать, сделали камбэк, показали характер, это здорово. За счет чего удалось переломить? Но, повторюсь еще раз, за счет характера, за счет самоотдачи мы переломили эту игру. Ну, вот этот эпизод, когда подрался Макаров, он, можно сказать, ключевой? Да, конечно, это один из переломных моментов сегодняшнего матча. Как себя чувствовали? Все-таки вышли при счете 0-2. В психологическом плане, наверное, тяжеловато было? Ну, я старался не обращать на это внимания. Нужно выходить и делать свою работу.